Есть кадры жесткой посадки самолета под Томском. Ан-28 пропал с радаров в Бахчарском районе. На борту 19 человек вместе с экипажем. Есть фамилии. Значит, самолет летел из города Кедрово в Томск. И произошла жесткая посадка. Они выбрали поляну, где можно было посадить людей, чтобы спасти пассажиров. Чтобы никто не пострадал. Что произошло с самолетом, я пока не знаю. Вот. Вот такие кадры. И они посадили, и, вероятно, был какой-то овражек, и самолет перевернулся. Но все живы, никто не пострадал. Пострадавших нет. Вот так. Произошла жесткая посадка. Так что... Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.